трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. В Госдуме готовятся поправки к законам об образовании и дорожной безопасности, обязывающие водителей проходить переподготовку и сдавать экзамены через каждые 5 лет. Речь идет о тех, кто работает по найму – водителях автобусов, грузовиков, такси и так далее. По словам председателя Комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева, соответствующая инициатива возникла на основании статистики, согласно которой упомянутые категории шоферов стали чаще устраивать ДТП. Образовательный курс может измеряться в часах, например, 10 или 20 часов. При этом не имеет значения, в чьей собственности находится автомобиль – физического или юридического лица, отметил Москвичев. Трасса 101. В ближайшее время до 1500 рублей может быть увеличен штраф за тонировку лобового и передних боковых стекол автомобиля, сообщил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. По его мнению, действующий штраф в 500 рублей автомобилистов не пугает. Кроме того, парламентарии хотят ввести наказание за выбрасывание мусора из машины, а также за любое использование смартфона за рулем, например, просмотр фотографий или отправку сообщений в соцсети. Кстати, выявлять таких нарушителей, возможно, будут камеры фото-видеофиксации. Компания Ford Sollers озвучила стоимость хэтчбека и седана Fiesta, производство которых на днях стартовало в Набережных Челнах. Минимальный ценник модели – 525 тысяч рублей. Максимальный, без учета дополнительных опций, – 773 тысячи. Машины будут оснащаться двигателями мощностью 85, 105 или 120 лошадиных сил, адаптированных для работы на 92-м бензине. Плюс увеличенный дорожный просвет, расширенный зимний пакет и вместительный багажник. В продаже российская «Фиеста» поступит ближе к осени. Трасса 101. И на перекрестках Ленина и Блюхера, а также Октябрьского проспекта и Молодой гвардии в Кирове сегодня не работают светофоры. Причина – плановое отключение электричества. Его подача возобновится к 16 часам. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.